Не думай о том, что подумают люди. Пред Богом мы ходим, пред Ним лишь стоим, и пусть тебя кто-то за что-то осудит, ведь все мы отчет перед Богом дадим. Не нужно стараться для всех быть хорошим, ведь как ни старайся, всем не угодить. Главнее — остаться воистину Божьим, по слову Его продолжая здесь жить. Не думай о том, что подумают люди. Вникай в Слово Божье, по правде живи. Порою тернист этот путь, очень сложный. Ты против течения мира плыви. Не думай о том, что помыслят или скажут. Главнее, что думает Бог о тебе. За истину важно стоять здесь на страже и не поддаться влиянию извне. Под мир прогибаться душою не нужно и дружбу сердечную с ним заводить. Ведь все, что есть в мире, Спасителю чуждо. Удобным для мира не можешь ты быть. Для мира всегда ты безумием будешь, и мнение его не должно волновать. Ты совестью чистой Иисусу лишь служишь. Любить он призвал всех, а не впечатлять. Не думай о том, что подумают люди. Пред Богом мы ходим, пред Ним лишь стоим, и пусть этот мир незаслуженно судит. Тобой прославляется здесь Божий Сын. Аминь.